мала до велика, добро пожаловать в театр Мума! И я, его директор, Мастер Мум! Сегодня... Все нормально! Узрите! Первая в мире сцена с подсветкой из натуральных кальмаров! Молодцы, ребята! А теперь поддерживайте ритм! И как вы видите, это необычный театр! Это храм чудес и волшебства! Он сумел! У него получилось! А теперь поприветствуем нашего первого участника! Который из вас Мун? Эй, покиньте помещение! Знаешь этого типа? Майк? Точно! Майк сказал, что у тебя его деньги, и они в этом сундуке. Нет, подождите одну минутку. Это призовые деньги, и Майк их не получит, пока не выиграет в честной... Да какая ему деньги? Ладно, не надо горячиться, забирайте. Сундук ваш, хорошо, все там. Открывай! Открыть? Я... Ну, зачем? Открывай! Хорошо, не вопрос. Но у меня нет ключей. Может, зайдете в другой раз? Прочь с дороги! Нет! Стойте! Ну вот, пожалуйста. Кому нужны ключи, когда есть бита? Давайте-ка поскорее с этим закончим. Что за... И все? Это все, что там есть? Он врал! Он нас обманул! Одну секунду, я все объясню. Это он, ваша проблема! Это не просто реквизит! Тогда где наши 100 тысяч долларов? Не может Поверить быть! Поверить не могу, что вы брали! Вы нас всех обвели вокруг пальца! Бастер, беги! Все живы? Нейна! Мне так жаль, я просто... Нет! Подождите! Никто не видел мой стеклянный глаз. Ох, да. Он здесь, мисс Полсли, у меня. Прости меня.